Да, здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Ну что ж, наша веселая троица в лице Михаила Шахназарова. Ольга Белова. И наша любимая белочка Кису. Что ж ты такая, это же обучаемая вполне. Не, я абсолютно необучаемая модель. Это обучаемая. И модель, и обучаемая. Кису. 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 Знаешь, как говорят, вот в России говорят, лайма вайкуле. Они правильно говорят. Мы о ней тоже сегодня скажем. Лайма вайкуле. Вайкуле. Вайкулы. Вайва, молодец, Вайкулы. А ты говоришь, не обучаем, давай. Так вот, наша прекрасная, банкует. Расчудесная троица, рада приветствовать вас этим пятничным вечером на наших, как бы это обозначить-то? Голубых? Нет. На голубые огоньки. Мы топчемся голубые по голубым. Огоньки, я очень топчемся. Сильно рассчитываю, навсегда уйдут в прошлое. Потому что некому будет больше выступать на голубых огоньках. А экраны же тоже не голубые. Ты уже знаешь, что стало какая-то вот это вот штамп какой-то стал, клише. Голубые экраны. Ну какие голубые экраны? Плазменные экраны. Такие мужественные ребята, красивые крепкие. Девушки. Да, на плазменных экранах. Нет, это все равно все не про нас. Наша политическая сатирическая правильно, пятничная молодец. Вечеринка объявляется открытой. Вот так вот. Ну что ж, дорогие товарищи, в общем, неделя-то выдалась на самом деле очень серьезная, очень непростая. Скажу честно, начнем мы сегодня прямо-таки, скажем, с новостей очень тревожных, но потому что обойти их вниманием там, невозможно. Там, на этой неделе, да, именно вот такое музыкальное сопровождение. Тут должен быть титр «Звучит тревожная музыка». Или «Рамштайн». Или «Рамштайн». «Рамштайн». «Рамштайн» на этой неделе отличился, так сказать, умом и сообразительностью, потому что там такая сходка собралась, которая, в общем, объявила прямым текстом всем нам с вами, по сути, войну. И что самое страшное, на этой неделе несколько раз достаточно высокопоставленные источники и высокопоставленные офицеры произносили слово «ядерная война» и «третья мировая и война». И боялись этого, произнося, кстати, так вот. Можно было между слов услышать, что как бы да, мы подразумеваем, но тем не менее мы не хотим этого. Ты знаешь, я пока не увидела вот такого отношения к тому, что мы этого не хотим. Все наоборот как-то про это стали говорить, как про само собой разумеющееся. Так что же произошло на неделе в Рамштайне? На военной базе США в Германии, которая называется Рамштайн, по инициативе Вашингтона собрались представители более чем 40 стран, чтобы обсудить якобы программу помощи Украине. На самом деле говорили, конечно, про создание новой военной коалиции против России. И генерал Лобода Ллойд там, Остин... Лобода там пела, ты знаешь, да? Местечко же назвали в честь группы «Рамштайн». «Рамштайн», и там пела Лобода. А Лобода выступала на корпоративе после встречи, да, военной? Знаешь, кто ее привез? Мы ее покажем потом. Так вот, глава Пентагона, в общем, очень неоднозначно определил цели, ради которых собирались там военные 40 стран. Ставки выходят далеко за пределы Украины и даже Европы. Российское вторжение необоснованно, безответственно и противоправно. Это атака против мирового порядка, основанного на правилах и вызов для свободных людей по всему миру. Страны-единомышленники объединены в поддержке Украины в этой борьбе против имперской российской агрессии. Я вот посмотрел на него. Такой милый дядька пухлый. Я его увидел с мешком для хлопка за спиной, да, или там на одной из улиц Нью-Йорка он чистит обувь. Зачем ему было идти, вот становиться этим ястребом, черным ястребом войны? Черный ястреб войны, как зачем? Это же голливудские фильмы смотрел, там обязательно генерал должен быть чернокожий. Если президент белый, то генерал, который командует спасением всего мира от нашествия инопланетян, обязательно должен быть темнокожим. Скоро. То есть сейчас, видимо, Ллойд Остин спасает мир от русских. Скоро знаешь, где Ллойд Остинов много появится? Где? Там ассоциация пилотов американских, она сказала, говорит, 95% белых пилотов, мужчин. А да. Женщин и негров нету. Скоро знаешь, как будет? Садится пилот. Я Джеймс Салливан, и мне 38 лет, с 14 я взлетал небом на траве. А сейчас я получил лицензию пилота, и мы разгоним эту стаю синих верблюдов. Полетели. Все, хорошо.
страна. Вообще ситуация на самом деле очень непростая, потому что если Ллойд Остин говорит о том, что ставки выходят далеко за пределы Украины и даже Европы, он как бы немножечко так, что называется, на дальних подступах обозначает начало Третьей мировой войны, то вот заявления замминистра обороны Великобритании, они, в общем, не оставляют нам никаких сомнений в том, к чему сейчас готовится Запад. К прямому военному столкновению с нами. Послушайте, что говорит этот человек, а потом, я думаю, мы послушаем нашего президента, и станет понятно, почему на этой неделе такие были сделаны жесткие заявления. Вопрос в том, приемлемо ли, если британское оружие будет использовано украинцами против легитимных российских военных целей. Это украинцы выбирают цели, не производитель или экспортер оружия. Совершенно законно поражать цели в тылу противника, чтобы разрушить его логистику и снабжение. Вот давай смоделируем ситуацию. Идут какую? Боевые... Ядерную войну? Нет, нет, идут от простого. Идут боевые действия, артиллерийский расчет. Да, ну, снаряды подносит какой-то опытный или молодой боец. Uh-huh. Он подносит снаряды, заряжает и стреляет. А когда мы будем уничтожать этот артиллерийский, значит, вот эту точку, мы будем разбирать, кто там подносит, нет, а кто нажимает? Англия и другие, страны Евросоюза и Соединенные Штаты Америки, они подносят снаряды. То есть они явно обозначают свою роль, конечно, в этом конфликте. То есть мы воюем, ну, чтобы ни у кого сомнений не вызывало, когда начинают, да нет, вот война с Украиной. Нет, нет никакой войны с Украиной нет, нету в принципе. Войны с Украиной нет в принципе. Вот я вам привел пример. Вот эти поднесения этих снарядов, они сейчас 200 танков, значит, поставляет им Германия, если не ошибаюсь. 200 танков они обозначают. Там сейчас дополнительный пакет выделяется помощи военной, но даже если мы уничтожаем уже сейчас на дальних подступах всю эту военную технику, остается открытым вопрос, сколько же до сих пор там иностранных наемников. Вот. Мне вот очень понравилось на этой неделе, как генсек ООН приезжал, Гутерреш, в Москву. Для чего он приезжал? Опять были терки, извините меня за уже вот это вот просторечие, потому что опять был разговор про этот Азовсталь несчастный. Кто там спрятался? Объясните мне, если, как говорится, по сути, президент мира приезжает просить Путина выпустить вот этих вот людей, которые там сидельцы в Азовстале сидят. Кто там, Миша, кто там? Короче, трём дальше. Ну, ты видел этого Волыну? Ну, его фамилия, кличка Волына позывной, вот этот Сергей Волынский, да, он выступал. Ты не видел? Нет, я его видела, конечно. А вообще они, конечно, ребята уникальные. Там есть мирные жители, которых они явно туда затащили, как щит. Это понятно. Но Гутерреш же приехал просить не за них. Вообще, там сидит кто-то такой высокопоставленный. Это понятно. Ну, говорят, канадский генерал. Ну, вообще, мне, конечно, понравился. Я знаю, кто там сидит. Владимир Владимирович понравился. Там Йети. Там снежный человек сидит. Нет. И они над ним издеваются. И Бэтмен. Зеленые, давайте, включайтесь. Там Йети мучают. Там явно кто-то инфернальный Йети сидит. Йети твою! За которого включился уже Гутерреш. Ну, вообще, вот разговор Владимира Владимировича с Гутерришем. Он был прекрасен. Он был настолько прекрасен, там вот можно было пустить строку. Там, где ты учился, я преподавал. Потому что Гутерреш сидел, и он не знал, что ответить. Нет, Гутерреш сидел, и там такой был крупный план, он сидит просто так пальцем теребит, вот так вот теребит, и понимает, что... На что ты намекаешь? Я намекаю только на одно, что зажигалку можно теребить. Хочется крыть, а нечем. Вот это была ситуация ровно такая. Иногда вот эта жестикуляция, она меня вводит в ступор, тем более от тебя. Я буду теребить свистульку. Петухов тебе было мало, да? Нет, я решила, что, знаешь, нам в следующий раз надо не таких петухов, а... Не надо, Оль, молчи! Петушков на палочке такие, знаешь, это называется сосулька. Меня, как они правильно называются? Сосунцы. Я помню, что... Петушки-сосунцы. Это будет новое обозначение президента Зеленского и его окружения вместе с Арестовичем. Там мне говорят, Петушки-сосунцы. До такой степени. То есть ты эстраду сейчас российскую сюда, да? Все тоже. Ну, про эстраду пока я не знаю, но поскольку Зеленский же уже себе петушка этого определил на книжную полку, да, то... Кстати, можно ему гумпомощь отправить. Белку? Нет, сосунцов. Он же там в бункере сидит, нервничает, переживает. Пусть эта петушка посасывает, ему легче будет. Посасывает свой боевой символ.
Я... Так, мы идем дальше. Все нормально, все хорошо, прекрасно. Все. Итак, еще пара зарисовок о том, что происходило на американской военной базе «Рамштайн». Мерч делаем. Ну, мерч, простите за англицизм. Боевые сосунцы. Боевые сосунцы и пошлем, давай. Так вот, еще пара зарисовок о том, как проходила встреча в «Рамштайне». Министр обороны Украины, звать его величать Алексей Резников. Булочник, это один из тех, кто вместе с Подолякой, значит, вот раньше в на монтаже подрабатывал, а сейчас, значит, благодаря военным действиям у него карьера пошла наверх. И вот он приехал тоже на эту базу «Рамштайн». Посмотрите, с каким воодушевлением министр обороны Украины бегает между, значит, всеми собравшимися. С пакетиком каким-то там шубуршится. Посмотрите. Я вспомнил, вот посмотрел на это, я вспомнил слова Бомарше. Раболепная посредственность. Вот кто добивается всего в этом мире. Ну, слушай, ну вот что это было? Свадьба в Малиновке. Знаешь, такая встреча дальних родственников. Надо всех обойти, со всеми поздороваться. Мало кого идентифицируешь, но изображение счастья на лице должно присутствовать. Ну, такой булочник чистый, да, с каким-то пакетом. Откуда вы, из каких сел вы их набираете? Борис, це капец! Яка я рада! Борис, це капец! Откуда вы этого вытащили? Откуда вообще вы беретесь? Один это Люся сидит, какие-то прогнозы астрологические строит, да? Этот бегает с пакетиком, да? Другой на коксе. Ну вы что, ребят, ну серьезно. На лицо Подоляки посмотрим. Подоляка, вот если в советское время, он вышибалой бы работал в баре. Ну, нет, я же тебе говорю, его уровень это шиномонтаж. У меня в шиномонтаже такие ребята работали с такими знаниями. Можно на календари их фотографировать? Не знаю, календари. Девочки в Риге была мойка машин, круглосуточная. Вот тех можно было на календари. Ну, они мыли там это. Бамперы. Не бамперы! Бамперы! У них были, ой-ой, бамперы. Они бамперами мыли. Я поняла. Молодец. Так вот, возвращаясь к этой чудо-сходке на базе «Рамштайн», вот для понимания, вот именно вот там, на этой встрече в Сельпо, и самое страшное, это и решаются вопросы, по сути, начала Третьей мировой войны, которая уже идет, мы просто про это стесняемся говорить, она вроде как официально не началась, нам Украина даже войну не объявила, да, но все мы понимаем, что такое количество оружия, которое сейчас поставляется на Украину, такое количество войск, наемников, иностранных, которые там воюют, по сути, де-факто, это и есть та самая Третья мировая война. Эстонец там стоял, просто фитель, да, вот этот носок эстонец. Они сказали, знаете, да, они сказали, говорит, у бойцов Азов стали, у них еще очень много сеансов на спасение. Да? Ну, я думаю, года три, наверное, где-то. Да я говорю, пусть сидят. Четыре, думаю. Пусть сидят пожизненно. Да. Я же говорила, вышки, овчарки, доширак, и пусть сидят. Ты в курсе, что сегодня, кстати, ГУМ-коридор должны открыть? Да. Но там, опять же, их, Владимир Владимирович, то есть там ситуация какая? Если они сейчас выпустят этих людей, они остаются без счета. А если не выпустят? Нет, конечно, никто их не выпустит. А если не выпустят, то они террористы. Ну, вот так что вот, ребята... Ну, вообще, мы, конечно, очень гуманно себя ведем. И с самого начала спецоперации, многие говорили, что надо жестче, уже хватит церемониться со всеми. Но, к слову сказать, вчера, когда Гутерреш был в Киеве, по окраине Киева, по военному заводу был нанесен наш удар. Молодцы, наконец-то перестали мы стесняться. Ну и заявление Путина, которое прозвучало на этой неделе, мы обязательно должны его послушать, потому что это, что называется, уже, мне кажется, последнее предупреждение всем, кто очень хочет поиграться, что называется, с ядерными спичками на Украине. Потеребить петушка. Ты за ядерного. Все лучше. Слушаем. И лучше. Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш
ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты. Мне вчера там звонили из одной республики, не буду называть, и говорят, ну что, мы, говорит, сидим с паспортами, а вот вещи самые необходимые собраны, полные баки, что скажешь? Я говорю, я ничего говорить не буду. Я говорю, что нет, хотите от меня? Должен был ответить, а смысл? Да. А вы все равно не прекращай, успеете. Это, в принципе, такие не чужие люди, понимаешь? Вот. Если это не чужие люди, то у них сейчас есть еще шанс взять свои паспорта, вещи и ехать в направлении Кремля. Да, я сказал, что давайте, езжайте, я встречу там, буду стоять с плакатом, да. На Nein, Hammstein, да, буду стоять. На Москву сюда. Не, ну, вы же смеялись, вот эти вот представители СРИ, да, самопровозглашенной российской интеллигенции, мультики нам показывают, мультики, ну, вон мультики там. Ой, по поводу мультиков и всего остального, сейчас... Потом обязательно посмотрим еще на Байдена, он там очередной опус у него, да. Но по поводу, раз уж ты про мультики заговорил, у меня здесь реквизит чудесный есть, пока мы говорим про Украину. Значит, смотрите, дорогие друзья, что мне привезли наши корреспонденты, которые вот буквально сейчас вернулись с передовой из Мариуполя. Вот это вот, сейчас я тебе дам насладиться, это я прям даже заставила их мне перевести с украинского, что здесь написано. Это украинский детский комикс, называется «Хранители страны». Найден он был в одном из полицейских участков. Сейчас мы белочку уберем, чтобы она нам здесь не портила картинку. Вот. В одном из брошенных полицейских участков Мариуполя. Вот этот комикс рассказывает, как четыре молодых человека, два этнических украинца и два крымских татарина под руководством своего отца готовятся к битве со вселенским злом. А что, девка с Россией? Девка с бородой. Это не девушка. А, да. Девушка с бородой. Ну, это, видимо, украинская такая боевая девушка. И раскрывается тема в этом комиксе деоккупации Крыма. Вот, видите, он какой слегка замученный. Использовалось это для идеологической накачки детей и продвижения идеи войны с Россией. Вот здесь вот, если открыть все это, здесь очень интересно. Здесь давай штампик. Да, штампик. Мариуполь. Сейчас, улица, сейчас. Давай почитаю. Сейчас да. Я тебе открою. Нет. Вот, смотри, я себя обвела самое интересное, что называется. Вот, читай. Девушка здесь идет война, и хорошо, что вы это понимаете, а не повторяйте бредни из СМИ вашего хозяина про воссоединение с родной гавань. А почему не на мове-то? А тут половина. Аскер пока может помочь. А что ж, что у вас за язык такой? Может помочь. Вот, я скажу, да. Вот так это выглядит. Вот это детские комиксы, с помощью которых детей... Сейчас я поверну. Смотрите, вот это вот детские комиксы, с помощью которых детей готовят к войне с Украиной. Вот, смотрите. А вот у меня еще есть реквизит. Я сейчас это вытащу прямо вот из-под стола. Я это вытащу. Миш, только я тебя умоляю, вот не трогай это руками. Я-то уж потом как-то продезинфицируюсь. Вот это знаете что? Вот это мазепинка. Это вот тоже привезли мне из заброшенного мариупольского полицейского участка. А вот это я прям брошу вот сюда на стол, вот так вот двумя пальцами. Вот это шевроны. Вот это вот шевроны, которые бросали украинские ВСУшники, когда бежали сейчас из Мариуполя. Вот мне прям даже, знаете, брать вот это вот, дотрагиваться до этого противно. Мне когда это привезли, я говорю, уберите эту гадость. Мне сказали, не бойся, они не в крови, да. Вот, видите, вот это вот все, вот это вот все. А вот здесь вот даже подписано, я тебе хочу сказать. Значок шахматы федерации. Да, да, смотрите, вот, смотрите. Это, видимо, вот, сейчас я вам так покажу. Вот, смотрите, здесь прям фамилия вот этого бойца удравшего, да, Чухно ВВ, говорящая фамилия. Чухно. Вот, Чухно, смотри. Это эстонская вот фамилия. А вот это вот мазепинка, это головной убор, вот это вот, армии УПА.
и Галицкая армия. Да. Вот в этом воевали вот эти вот ВСУшники, которые сейчас бежали из Мариуполя. Вот, чтобы вы понимали. Убирай. Да, помните советские фильмы? Все, да. Я это вот так вот брошу на пол, ладно, с вашего позволения. Руки я потом помою. Да. Вот такие вот пироги, раз уж мы заговорили про агитматериалы, про мультики и про все прочее. Не, ну представляете, фу, вот, вы какая. Можете прям представить, как промывают мозги детям. И когда у нас начинают говорить вот эти вот либерата, да, ой, нельзя детишек военную форму, нельзя вот это, нельзя то, а вот это вот можно? А вот такие комиксы можно, это нормально, это демократия по-украински. Да, да. Ладно, идем дальше. Товарищ Байден, наш любимый дед на этой неделе вновь красавчик. Отличился. Лучший из лучших. Просто слушай, красавчик. У нас теперь уже это просто какая-то рубрика. О, нет, он у нас этот, как его, как резидент. Resident. Слушай, я придумала название этой рубрики. Так, поскольку давай. Байден у нас каждую неделю что-то там отчевучивает, будет название рубрики «Дед, пей таблетки». А то получишь... Дед Седуксен. Дед Седуксен. Или Дед Иллениум. Дед Иллениум. Или Дед Релах. Дед Иллениум. Так дедушка вот, Ильин. Дед, который забыл выпить свои таблетки, на этой неделе, значит, выступил с угрожающим посланием в адрес российских бизнесменов. На самом деле, решение, конечно, беспрецедентное. В общем, теперь все имущество российских бизнесменов, которое было, что называется, отобрано, экспроприировано на Западе, вот оно теперь больше им никогда не вернется, а средства от продажи этого имущества, оно будет направлено в помощь Украине. То есть это, вот это вообще кошмар. Частная собственность, давай, до свидания. Не, на частную собственность не плюнули даже, а харкнули взяли. Ну вот да. Товарищ Байден не смог, к сожалению, правильно произнести слово «клептократы». Клептократ. Видимо, уже сам понимает, что давайте, не может уже посмотрим. Это произнести, аж засмеялся сам. Посмотрите, как это было. Мы сделаем все, чтобы лишить их денег, которые они накопили. Эти их роскошные дома, недвижимость, то, что принадлежит путинской клептократии. Парням, которые клептократы. На самом деле, ты зря смеешься. Он, может, просто вспомнил, как у него первый раз девушка... Знаешь, это всполохи какие-то. Так, а вот, кстати, знаешь, что я тебе скажу? Без шуток. А это ж такой сигнал, на мой взгляд. А сигнал в чем? А не, Байден, его смотри. Его держат в заложниках, не, ты хочешь это сказать, уже где? Не, моргни. Нет, другое хочу тебе сказать. Вот смотри, весь мир, все здравомыслящие люди, они прекрасно понимают, что дед Седуксен ничего не решает. Абсолютно, да. Что это такая развалина, дряхлая старая. Я не оскорбляю его, ну просто я констатирую факты. А вот... И это такой посыл. Ребята, вот это ширма, а за ширмой мы. Вот просто правительство, правительство глобалистов. Мы решаем эти вопросы. А он так, ширма. Это страшно. То есть они как бы... Для чего? Зачем держать такую ширму? Они же любят конспирологические различные вот эти вот теории, версии. Такую ширму, чтобы именно пугать. Вы же не знаете, что ждать от него. Понимаешь, что то есть ты думаешь, что вот это вот его уже абсолютно такая слабость, маразматичность, это такое тоже своеобразное оружие устрашения, что вот этот дед может сделать все, что угодно? Абсолютно, да. Но мы показываем вот эту куклу говорящую, да, вот эту вот оболочку, а за этой оболочкой... А на самом деле за этим стоят наши всесильные, да? Да, стоим мы, огромные силы. Там же сейчас говорили и о том, хотим, что... хотим снимем, хотим поставим другого, нас... хотим этого будем дергать за веревочки, говорили, что я в это верю, кстати, это официальная информация в Штатах проходила, что группа, которая была Соросом организована, она принимает огромное участие в консультациях и так далее. Консультации на нашем языке — это руководство. Конечно. Ну, я это вижу. Поэтому вот этот вот деда Седуксен в таком состоянии, это на самом деле смешно только вот посмотреть эти комиксы с ним, да, и как он. А на самом деле это страшно. За ним действительно стоят мощные силы. За ним стоит система. За ним конечно, стоит система. А с системой бороться можно только еще больше. Система еще более сильная. Абсолютно система. Верно, да. А вопрос, вот, например, если у нас эта система, вот та система, которая может бросить вызов этой, да, вот той самой глубинной Америке. Вызов мы уже бросили. И выдержать этот вызов.
Бросить-то мы его бросили еще в декабре месяце. Выдержать, вот это другой вопрос. А вот выдержим ли мы его? Хватит ли у нас сил именно для того, чтобы не столько даже справиться с внешней атакой, а с внутренними противоречиями, которые нас сейчас раздирают просто по полной программе? Вот это большой вопрос. Об этом еще сегодня поговорим. Пока я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на товарища Кличко, который на этой неделе тоже просто... пышным цветом в очередной раз расцвел. Значит, несколько новостей с ним связано. Во-первых, продолжается на Украине война с памятниками. Да. Демонтировали там монумент русскому и украинскому рабочему под аркой дружбы народов. Ну и мэр Кличко, конечно, не мог пройти мимо такого события. Он лично при этом при всем присутствовал. Вот послушайте, как он восторгается. Мы сейчас с вами находимся у так называемой арки дружбы украинского и российского народов. Своими последними действиями, убийством десятков тысяч украинцев, мирных жителей, уничтожением городов Украины, Мариуполя, Харькова, Чернигова, многих городов, россияне показали свою дружбу украинскому народу со зверскими убийствами мирных жителей. Я убежден, что символы должны обретать новый смысл. Я, как киевский городской глава, следующую сессию городского совета подаю проект решения о переименовании этого места, этой арки, в арку свободы украинского народа. Мощно. Вот понимаешь, кто есть мэр? Мэр – это прежде всего созидатель, человек, который строит, человек, который привносит что-то новое. Вот мэр... Который рушит. Который рушит. Не, ну, причем как обставлено, смотри, они взяли, отпилили голову. Нет, они не отпилили, они там, знаешь, как произошло? Они начали его раскачивать, да, и голова... Они до этого, ну, подпилили, слушай, ну, во-первых, там работала камера, которая даже сняла, как голова скатилась и прямо там... А, то есть, ну, все-таки это целенаправленное было то самое отрезание головы там... русскому рабочему. Ну, там вообще, это была, конечно, драматургия, да, и я тебе хочу... Там, во-первых, знаешь, что я говорил с ребятами? Киевский драматический. Да, драматически представляет. Киностудия имени Довженко. Угу. И я тебе хочу сказать, конечно, не понимали, кто вот этот... А что тогда они остановились вот на этом? Отпилили его голову, оставили памятник. Чего украинского-то рабочего сносить? Ну, Виталик же такой, он думает, вот у меня нет головы, и пусть у этого не будет головы. И у этого пусть не будет. Они же, помнишь, с братом пошли мост хрустальный, этот стеклянный открывать, попрыгали, мост треснул. Вот про них сказано, дай палочку хрустальную в руки. Они и палочку разломают. А он теперь решил переименовать арку свободы. Арку свободы. Вообще, по поводу переименования, еще одна чудесная новость есть на этой неделе. А у нас же Виталик... Сейчас Виталику вернемся, просто раз уж про переименование начали говорить. Так, слушайте внимательно. Украина переименовала Южноукраинскую атомную электростанцию в Николаевской области. Я сейчас попытаюсь это вам произнести. Теперь эта атомная электростанция звучит так. Південноукраїнська АЕС. Південь. Я пожил там на этой электростанции. Південь – это юг. Південь – это не юг. А кто это? И она бы называлась не Південьская, она называлась Південночная. А-а-а. Пиводенночная электростанция с воблой, с креветками, с бильярдом. Південночная. Спасибо. Вот на. Я как освободят эту территорию, я поеду туда поживу. Месяцок. Да. Пена такая пивная, понимаешь, светлая, темная. Все. Новое название является цитата грамматически и патриотически совершенным. Идиотически я только не написано. Я еще. Считаю, после такого победа не за горами. Ну, знаешь, я тебе скажу такую вещь. Вот Виталий Кличко, все-таки можно по-разному к нему относиться. Да, он был не очень хорошим боксером. Далеко заходишь, Михаил. Боксером, но он изрекает действительно. Он изрекает мысли, которые, я думаю, вот Бомарше я там цитировал, да, или иногда там Достоевский. Ну, куда вот этим людям до Виталия Кличко? Давай послушаем. Да, давайте представляем вашему вниманию нашу новую рубрику, которая называется «Извилина смысла». Сегодня она посвящена Виталию Кличко. Заплывший после боя глаз очень похож на пловца, заплывшего за буй. Оба не видят горизонты волн. Но если глаз можно вылечить бодягой, то пловцу, скорее всего, пи***ц. Никто еще не уходил от острых клыков тюленя судьбы. Виталий Кличко. Тюленевед. Как же это,
глубоко. Пам-пам. Я собираю изречение Виталия, твоей тезки, певицы. Ольги Бузовой? Да. Лучшие, любимые, только для вас. А этого, как его, Поносенков, Женя Поносенков, иногент. Он сейчас в Риме. С турком женился, вышел замуж за турецкого аниматора. Ну, молодец, ему теперь будет весело жить. Да. У них будет каждый день пенные вечеринки. Смотришь... В Израиль уедет. Но так, да, идем дальше. Еще ряд новостей, мимо которых невозможно пройти мимо. «Газпром» прекратил поставки газа недружественным странам. Таки да, таки случилось это чудесное действо. Первыми без газа уже остались Польша и Болгария. В общем, они как-то очень дерзко сейчас себя ведут, видимо, потому что весна на дворе. Они думают, что к осени каким-то боком, видимо, ситуация рассосется, и газ опять у них окажется. Вспомнил анекдот про сеанса Кашпировского, но я тебе потом за эфиром расскажу. Да, рассосет. Стихи, да, у нас есть. Да, у нас есть стихи на эту тему, потому что... Посмотрим, насколько они будут смелые. Быть смелым летом, оно легко. А вот попробуй быть смелым, когда у тебя зима и минус 20. Виталика наслушалась, да? Я вдохновилась нашей рубрикой «Извилина смысла». Давай, Михаил, стихи. Стихи. Про газ. Хренак. Вот молодец, я не могу. Я поняла, да, уже на что ты намекаешь. Хренак. Хренак. В апреле змерз поляк, и не помог ни краковяк, ни глотку жгущая зубровка, что заливал в себя он ловко, ни ласки очень страстной пани, подобной грациозной лани. От дрожи, сильной щуря глаз, поляк молил: «Пускайте газ!» И в стену хладный взгляд вперев, навек скукожился псякрев. Псякрев, знаешь, что такое? Нет, сукин это? Сын. А, вот ты знаешь, здрасте. Вот ты подбирай такие вот альтернативные формы. Альтернативные формы. Вот это формы. Вот четверостишье тоже было без альтернативной формы, но смотри, я его причесал. Причесал, оно так. Причесанное четверостишье про газ. Теперь для табора болгар не страшен газовый угар, и больше не сготовят фляки окоченевшие поляки. Молодец. Фляки ела? Фляки нет. Кто такие фляки? И не ешь. Ну, я могу сказать, не хочу обижать поляков. Кухня, конечно, у вас. Я работал с Польшей долго. Собственно время. Говоря, да. С чего ей быть другой? Очень. Страна на перекрестке всех дорог, вот никогда богатой не была. Зубровочка. Такая желтоватого цвета. А зубровочка — это польская или белорусская все-таки? Как бы, я вот, польская, желтоватого цвета, такого желтого, золотистого. У тебя такого. Это фантомные боли, Михаил, да. Я знаю. Да. Пивденочная электростанция и зубровка золотистая. Ух, Коля! У европейцев, знаешь, сейчас тоже какие-то фантомные боли наблюдаются, так. Потому что сейчас... ролик 16-го года, вот в связи со всей этой газовой историей, почему-то стал опять повторно массово очень раскручиваться, где поляки, не поляки, европейцы очень активно начали троллить Владимира Путина, да, да, да. О том, что его единственное оружие — это тот самый газ. Два оружия. Первое — газ, а второе — оружие. Газ, жмешь, нефть, и... сармат, кто у нас там еще? Санцепек, кинжал, ядерная и дубина и это газ. Не ядерная дубина, это ядерный орган. Вот так вот садишься и знаешь, что тут у тебя. Думал, скажешь другое слово. Ты... Сармат, кинжал, санцепек, там, незабудка. Ты добрая такая вообще, я офигеюсь. И вот ты вот так кажется. Вот садишься с ощущением вот того, такие... что вот он, настал момент. Киев, встречай. Да, красивые женщины, умные, с темпераментом, вообще незаменимы в нашем. Знаешь, таких так мало, это... штучных. Начинаешь на этих клавишах играть Баха. И вот эта симфония летит. Ах, все, что-то я увлеклась своими фантазиями. Давайте посмотрим. Мне нравится продолжать. Это хоть ролик и 16-го года, но он настолько актуален сейчас. Большой привет европейцам. Смотрите. Do you want peace or you want a piece of me? I've got gas, you see. Don't play games with me. You want my gas? Well, you can kiss my ass. Putin, 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 Putin,
Ну, дошутились, что можно сказать. Дошутились. А они же все очень смелые, когда у них весна. Знаешь, я вчера почитал этого беглого продюсера Роднянского, как он восхищался, вообще, ты представляешь, вот человек мыслит, да, вот не дурак вроде, да, он восхищался речью Ли Стресс. Ну, Ли Страс, да. Трас, да, министр. Глава МИДа, МИДа британского. Она там ахинеи наговорила такой, ну, видимо, Роднянский там не читал речи Черчилля, Фултонскую, допустим, он, Ли Страс, он говорит, эта речь войдет в историю. Знаешь, что там он сказал? Конечно, войдет в историю. Как сборник дура. Вот твоего этого, да, да. Рубрику. Извилина смысла. Извилина смысла. Она сказала, да. Россия решила сломать миропорядок и не играть по правилам. Ребят, да. А вы что, по правилам, что таки играли, да, всю жизнь? Вы что, совсем? Это таким вот, как Роднянский, может только нравиться. Гельман, знаешь, такой Марат, этот Марат из Гельмана, развратительная физиономия. Он, империя рухнет. Вот они пишут, ребят, ваш поезд, он даже не ушел. Он провалился, вот в Швейцарии, знаете, такой провод длинный-длинный такой, железнодорожный. Вот он оттуда так. И... Ледниковый экспресс есть такой, да, в Швейцарии. Да, вот, да, это вот, да, как раз вот он. Вот вы оттуда. Туда. Видишь, как это? Молодец, молодец. Да? Вообще, ты знаешь, у меня такое ощущение, вот, глядя на реакцию людей, на то, как они сейчас извергают из себя тонны какой-то несусветной глупости, я сделала такой для себя вывод, что для... какого-то очень большого количества людей, история, вот такая, что называется, глобальная история, она началась 24 февраля. То есть до этого люди жили какой-то своей абсолютно такой мелкой мещанской жизнью и не понимали золотые абсолютно... слова. Какие исторические процессы происходят именно уже очень давно. Ребят, история и события начались не 24 февраля, они начались, отматывайте, до 2000-го, а потом дальше, до 91-го года, а то еще и раньше. Золотые слова, мещанская жизнь, какая ты умница, вот правильно ты все сказала, абсолютно. Потому что, простите меня, поесть, поспать, сходить в киношечку, купить шмоточку, ах, боже мой, ушли магазины. Когда вдруг на вас упал вот этот вот пласт истории, мега-событий, которые мы сейчас ощущаем, наших извилин, но очень многих наших сотоварищей не хватает вообще, чтобы осмыслить, что происходит. Ты знаешь, я упомянул, что к сегодняшней программе я побывал в госпитале на этой неделе у ребят, у раненых. И у вот раненых я... в ходе спецоперации. Да, и я приехал когда, думаю, ну, почитаем какие-то эссе, почитаю там стихи. Когда я зашел к ним, я понял, что это будет, ну, выглядеть по-дурацки. И мне сказали, 10-15 минут, Михаил Сергеевич, вы это... Полтора часа мы где-то, где-то час 20, наверное, вот так вот, да. А вообще не было ни стихов, ничего, просто вот разговор по душам. А что они говорят? Ты знаешь, они поначалу, они молчали, поначалу, да, и как-то, ну, это вот молодые парни и не совсем молодые парни, контрактники все. Нет, я-то по картинке, я вижу всегда, мы каждую неделю, в воскресенье показываем они этих мне сказали, ребят. Они это мне... очень молодые реально. Они мне спрашивали, ну, мы до конца будем идти? Я говорю, а это абсолютно. Я говорю, а вот как к нам, как поддерживать? То есть, ну вот я передал там и слова поддержки, не поклон. Я каждому пожал, я горжусь этим, без шуток. Я каждому пожал руку, приобнял там то все. И вот я понял, когда я вышел из двери этого госпиталя, кстати, спасибо огромное врачам, да, за все это. Я понял, насколько разные эти миры, вот этих вот... испугавшихся патриотов, которые уехали. И вот этих пацанов. Вы бы видели этих пацанов, красавчиков. Это просто какие герои настоящие. И я понял, насколько вот этот мир, да, он разделился. И насколько вот страшную вот эту вот программу проводили те, кто на протяжении долгих лет проводил эту линию. Вот между, правильно Кононыхин сказал, Дима, про этих ребят. Это новая российская аристократия. Не вот эти вот подонки, типа там Мангайт, вот эти лошаки и так далее. А вот именно эти парни. Вот она аристократия. Главное только теперь, Миш, когда все закончится, что называется, острая фаза закончится, да? Как мне кажется, для этого мы с тобой... нужен некий... Я сейчас не говорю, что это надо фиксировать на бумаге, но некий новый внутренний общественный договор. Абсолютно. В обществе, чтобы зафиксировать... Нет, на бумаге тоже надо. На бумаге, я думаю, что, к сожалению, это не получится, но хотя бы, что называется, невербальными какими-то знаками очень четко должны быть очерчены вот эти вот новые наши элиты. Не элитки, а элиты. Потому что если мы посмотрим с вами сейчас, кто испугался, да, а кто не испугался, вот этот вот
водораздел, он будет таким четким и ясным. Вот чтобы для понимания вам, дорогие друзья, вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал на Украину и вступил в территориальную оборону. Да, вот сейчас вдумаемся. Вице-президент крупнейшего, одного из крупнейших банков. То есть человек, у которого вообще офигеть, как все было хорошо, ровно, и он мог вообще не задумываться ни о своей пенсии. Он мог содержать всю свою родню до 10-го поколения, да? То есть у человека все было очень хорошо, мягко говоря. И вот этот человек, вице-президент, да, он 16 лет проработал в департаменте по информационной политике. И сейчас этот человек уехал в тероборону. Этот человек предал свою страну, которая его родила, воспитала и столько лет кормила. Послушайте фрагмент его интервью. Вас зовут Игорь Волобуев. Сколько вам лет? 50. И кто вы по профессии? Я пиарщик. Когда я уехал из России, я был действующим вице-президентом Газпромбанка. Газпромбанка? Да. Какая цель вашего, скажем, визита или пребывания в Украине? Я приехал защищать с оружием в руках свою родину. Ахтырку, неважно, Украину. Этот мой визит как покаяние. Я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы. Покаяние. Слушай, платить и каяться. При всем, у меня друг потом рассказал, Игорь Исаков, они к нему пришли, у них организация «Идущие вместе», это про героев, они пришли к нему несколько лет назад, он мне после бегства написал, говорит, слушайте, не хотите поддержать, говорит, финансово, там Саша Иншаков, там многие, такие люди достойные, он говорит, нам не дал бабки. Эти спонсорские деньги, что, Газпром, там же призы, там надо какие-то, все. Он говорит, нет, нам это неинтересно. То есть мы предложили быть генеральным спонсором. Газпром сказал, не-не-не, говорит, от нас. Я говорю, а что ты хочешь? Он говорит, мне тогда пока... А Игорь, он союз десантников входит в организацию. И он говорит, для меня это было как-то странно, говорит, то, что ты же видел, я участвовал просто в этом движении, такие благие цели, они находят ребят, девчонок каких-то молодых, которые совершили какие-то подвиги, они об этом рассказывают, Нет. Это какой он чистенький и гладенький. Как пасхальное яичко. Нет. Весь прям. Ни морщинки, ничего. Прям смотришь, радуешься. Последнюю реплику в его адрес хочу сказать. Я что-то не очень могу себе представить, что рабочий какого-нибудь Уралвагонзавода, придя домой со смены... Да, с тяжелой смены, с завода. Не ты этот чистенький, благолепный гражданин, да? Рабочий Уралвагонзавода придет и сядет, скажет, все, иду-ка я вступать в тероборону. Почему эти люди понимают, что такое родина, что такое отчизна и что такое защищать свою страну? А эти гладенькие менеджеры, окияйки, да? Да-да-да. Они являются первыми предателями. Одно я могу точно сказать. Наверняка сейчас служба безопасности Газпромбанка многих за тестикулы взяла. Этот случай такой. Дай бог. Резонансный. Потому что почему-то получается, те, кто сладко кушал и мягко спал, они в первых рядах предатели. Давайте называть вещи своими именами. А те, кто всю жизнь от зарплаты до зарплаты в грязном цеху, и собирает деньги для того, чтобы ребенка в школу отправить 1 сентября и собрать его. Эти люди почему-то не сомневаются в том, где их родина и как ее защищать. Потому что взрастили этих золотых парашютистов. Вам слово, Михаил. Навеяло, я знаю, это предательство. Я даже писал его в телегу свою, прямо в тело писал, то есть это такой экспромт. Я написал такое эссе на отъезд этого Волобуева. Игорь сделал кофе и по привычке включил радио. Каждый день он жал на кнопку, забывая, что любимого эха в эфире уже нет. И Волобуева угнетало, что он, вице-президент Газпромбанка, больше не подпишет платежки, а переводит средства на зарплаты своим любимым журналистам. Тане Фельгенгауэр, Люсе Лазерсон, Асе Хергенбоем. По огромной плазме бегал пропагандист и кричал о скором завоевании Украины. Игорь заплакал. Он вспомнил детство в Сумах, запачканную салом и арбузом вышиванку, милый сердцу говор. Собрав вещи, Волобуев достал из сейфа наличность, взял несколько дорогих сердцу фотографий и отправился на Украину. «Ну и как вы его упустили?» –
обратился суховатый человек к начальнику службы безопасности. Он же не просто уехал, он еще и в тероборону записался. Как вы допустили? Но у нас таких половина, если не больше. А вы хоть соцсети мониторите, телефоны слушаете? Нахера деньги впустую тратить? И так все ясно. Да? Вот, как-то так. Сейчас мы подходим, что называется, к тому, что я приберегла на сладкое, на финал нашей программы. И ключевая фраза, которую бы я хотела бы предварить вот этот блок новостей, который мы сейчас обсудим. Итак, всем все было ясно. Всем конечно, всегда конечно. Все ясно. Но почему-то мы все с вами очень долгое время предпочитали молчать и закрывать на это глаза. Мы с тобой, знаешь, очень не зря сегодня экспромтом, совершенно неподготовленно, начали свой разговор с голубых огоньков. Да. Вот мне очень интересно, сейчас мы с вами находимся в конце апреля месяца, да, до Нового года, ну, считайте, полгода, да, осталось, чуть побольше. Луна, луна. Цветы, цветы. Значит, под гитару луна, луна, цветы, цветы, да. Нет, я больше люблю это. Лыжи из печки торчат. Торчат, вот это, да. Да. Так вот, что же будет с новогодними огоньками-то в этом году, Михаил? Каков твой прогноз? Вернутся ли? Ни в коем... Не, во-первых, вот мое пожелание. Любимые эстрадные исполнители. Ребят, искупите свои грехи перед теми парнями и девчонками, которые обладают Божьим даром, голосами прекрасными, внешностью, которых вы взяли просто после шоу «Голос» и выкинули. Кто-то работает в караоке резидентами, кто-то звукорежиссерами, кто-то вообще работает официантами в ресторанах. Почему им не дать дорогу? Вот этот батальон, большая часть этого батальона, его же назвали, знаешь, как назвали его? Культурный батальон «Азов». Угу, его вот Кананыхин назвал, Дима. Очень да. Точно. Культурный батальон «Азов». Я могу вот эти вот шеврончики... Ой, слушайте, можно же это бандеролькой да, в Израиль. Да. Туда, да. В Хайфу. Где там у нас нет, патриоты кстати, сидят? Это, хотите? Этот трезуб, он не запрещенный знак. Да ради бога, но вот, так, пожалуйста. Но так, как вы поддержали. По Хайфе, открыто. Вперед. Зеленский для многих наш президент. О, на концерты можете ходить вот с этими значками. Господа, дайте дорогу молодым и талантливым ребятам. Нет, Михаил, не дадут, никогда не дадут, потому что содержать замок в поселке грязь надо на что-то. А, извините меня, концертами в Хайфе сыт не будешь. Вы уже поняли, да, о чем мы сейчас с вами будем говорить. Максим Галкин, который находится в Израиле, очень активно критикует российскую спецоперацию. Он в очередной раз на этой неделе выпустил новое видеообращение, пожаловался, что лишился денег от рекламных контрактов и концертов. На прошлой неделе, если вы помните, он заявил, что журналисты, кремлевские пропагандоны, как нас называют, пишут про него всякую грязь и свои статьи могут использовать как туалетную бумагу. Потом он просто феерически выступил про Бучу и Одессу, обвинил Россию во всех этих зверствах. Ладно, это оставим вообще без комментариев. А вот на этой неделе он разразился новой порцией израильского гнева праведного. Слушайте. В течение двух последующих дней произошло следующее. Первое. Власть, как они это уже делают технологически, я не знаю, российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах. У меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги, раз. Второе. Я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ, местные администрации стали запрещать мои концерты. Делать это негласно, не давая официальных бумаг и разъяснений. Стали запугивать местных организаторов. Из-за этого у меня стали переноситься или вообще отменяться концерты. Люди добрые. Вот как раз эта кепочка очень подходит. Помогите, кто слушай, сколько может, на содержание замка вообще, в поселке Грязь. Вообще так, ФСБ так, ну, нехорошо высказались. По поводу лица. Лицо, вот ваше лицо, Максим, вы говорите, мое лицо запретили. Запретили, на мой взгляд, по соображениям маркетинга. Да, допустим, после всех ваших высказываний я бы лично не купил что-либо с вашим лицом. Потому что вы нам, православным людям, бросили... В лицо, кстати. Да, в лицо. Вы же нас как поздравили? С Пасхой вас, православные. Это тогда, когда он про Одессу говорил. Убийцы трехмесячной девочки в Одессе. Это не прозвучало, но это читалось. Два поздравления, это первое.
По поводу отмененных концертов, я не думаю, что на вас сейчас пойдут люди. Вот после того, что вы сказали. У вас все про деньги. Вы сказали несколько раз, я потерял деньги. А я еще раз повторю, я был у ребят, которые потеряли намного больше. Потеряли здоровье некоторые. И они думают не о деньгах, понимаете? Они про другое. Потому что у них есть душа. Моя знакомая, которая прекрасно знает Максима, когда она посмотрела вот это, она мне позвонила и говорит, я, говорит, в шоке. Деньги, деньги, деньги. А почему в шоке, Миш? Ну вот серьезно. А я тебе объясню. Ну почему в шоке? Почему в шоке? Правда, ну, не, а, я тебе... а мы думали все всегда до этого, что все эти люди, они идейные? Нет, или что? Нет. Я тебе, почему я в шоке-то? Я тебе объясню, почему в шоке. Потому что, когда я говорил, что этих ребят чересчур много, они все захватили. Ты слишком радикален. Ты вот, ты понимаешь, у тебя такие мышления. Я всегда говорил, кстати, ну вот если взять всех уехавших, кто сейчас обретается в Юрмале, кто обретается в Израиле, кто обретается в Грузии, в Армении, да там на несколько ансамблей хватит, ребята. Понимаешь? Кто промолчал, но кто потом хочет вернуться, кто ведет разговоры эти, как же эти твари, вот ну, мне рассказывают. А почему? Я не понимаю. А потому что у людей были размягчены мозги, они были в этой компании, понимаешь, они думали, да все нормально. Все идет, тусовка одна, все хорошо. А теперь вдруг бабах и громыхнул. Там же никогда не было ничего, кроме как про деньги. Никогда и ничего там не было. Простите меня, да, при всем уважении ко всем нашим знаменитым певцам и певицам. Все эти уходы со сцены и возвращения на сцену. Ну это что? Ну это же исключительно про деньги. Нет, блин, все так скучали. Все нет, так скучали, поэтому вернитесь. А где те же самые наши певцы и певицы, которые... Вот ты говоришь, ты был в госпитале на этой неделе. Газманов был. Газманов. Я вот Газманов, вот красавчик. Кого я видела, да, по Лепс тем был. Видеосъемкам? Газманова видела, Лепса видела, да? Розенбаум. А тебя не видела, но ты был, я тебе верю, что нет, ты был. Нет. Розенбаум был. А где все остальные? Вот Лазарев, да, вот новость недели. Отказался принимать. Сергей Лазарев, певец, да? Вот это вот все. Отказался принимать участие в патриотическом концерте. Него... Не захотел ехать в Липецк, чтобы выступить в центре временного размещения беженцев из Донбасса. А, у меня... а если бы, прости, Миш, да. А если бы ему предложили, видимо, выступить перед беженцами где-нибудь в Польше, да, за возможность получить, а, хороший гонорар, б, получить шенген и вид на жительство да. на Кипре, я думаю, поехал бы. Так он на этот слет гомосексуалистов на Евровидении, он чуть ли не каждый год ездит, ну, к своим родным и любимым. Да, нет, но у меня ездит. К Сергею, без шуток, никаких вопросов нет. У меня вопросы к организаторам. Он же подписал письмо против антивоенной. Он удалял и размещал какие-то антивоенные посты, да? А вы после этого взяли его, потащили опять за правду. За деньги, понимаете, вы его потащили. Ну, ребята, зачем вы это делаете? Или у нас вот это голубое лобби, оно захватило абсолютно все. Ну, правда. Посмотрите, кстати, ты говоришь, певец. Зайди в YouTube, посмотри, когда у него фанера там обламывается, как он со сцены убегает. Ну, если мы будем смотреть, что, кто подведет под какую фанеру, это вообще можно тогда 90% выкидывать да, со сцены. Ну, правильно. Так я поэтому говорю, дайте молодым ребятам дорогу. Ну, вы достали все, уже понимаете. Еще про вот деньги. Всех. Прекрасная новость. Не могу молчать, что называется. Чулпан Хаматова, как вы помните, которая уехала в Латвию. Да, мало того, что она там на митинге сейчас выступала в центре Риги, где обвиняла Россию в агрессии против Украины. Сейчас посмотрим этот фрагмент. Но самое интересное, это ладно, это понятно, что сейчас ее будут таскать, как дрессированного пуделя по всем этим уже митингам. Таскают. Уже таскают, потому что надо отрабатывать, извините меня, возможность и право жить сейчас в Латвии. Это понятно, но самое удивительное для меня не это. Внимание! Чулпан Хаматова в Латвии открыла актерские курсы. И на сайте этих курсов она представлена как актриса современника и народная артистка России. То есть помните, да, когда она говорила, что ой, да нет, мне это звание совершенно не нужно. Это совок. Если заберут, то я его отдам. Да. Вообще я не понимаю, зачем да, мне да. это звание. А тут, когда встал вопрос зарабатывания денег и стоимость одного занятия, извините меня, 15 тысяч рублей, тут почему-то это звание, народная артистка, оно ей пригодилось. Я в таких случаях, знаешь, всегда вспоминаю один из своих любимых фильмов. «Интердевочка». Да, да. И что, говорит, диплом Института культуры? Да, он да, тебе, да, говорит, да, помог? Да, помог? Ты, говорит, его под себя подкладываешь, когда ты с клиентом? Да, вот да. то же самое. Да. Вот то же самое. Ну, дорогие мои, либо трусы, либо крестик. Либо вы отказываетесь от России народного звания,
Либо тогда как-то не надо деньги на это вообще зарабатывать. Конечно, а у нас есть с митинга, да? Вот да, этот? Есть, конечно. Покажите, пожалуйста. Я точно знаю, что в России достаточно большое количество людей, которые чувствуют так же, как я. Многие те, у кого была такая возможность, уехали. У кого нет такой возможности, остались, но продолжают чувствовать такое же горе и такую же боль за все то, что сейчас происходит в Украине. За эту бесчеловечную войну, которую начала Россия. Но я тоже Россия. Это... Да. Меня поправили. Не Россия, а Владимир Путин и российская власть. А методичку они отработали с Максимом, он то же самое практически говорил. У меня в этот момент проходила знакомая, это памятник свободы в центре Риги, да, у меня знакомая проходила и тут же перезвонила. Она говорит, Мишка, говорит, латышка, кстати, она говорит, насколько она жалкая, говорит, я поставила, говорит, ну, говорит, знаешь, сколько там было? Я говорю, сколько? Ну, слушай, говорит, человек 100, не больше. Говорит, ты можешь себе представить? Это настолько жалкое зрелище. Я говорю, кто еще был? Она говорит, Левушкан там был пастор. Говорит, потом была это Лена Лукьянова. Помнишь, Лукьянов депутат? Лена его дочь. Второй мой любимый фильм «Ландыш серебристый». Солдат нагнали. Да, так и должно было быть. 100 человек в центре Риги. Я пьяный собирал больше. Михаил, да ты пьяный соберешь пол Москвы. Ты только объяви. Зачем я это сказал? Ты только объяви, что ты около памятника Маяковскому будешь читать стихи в пьяном виде. Миша! Пол Москвы придет. У нас был там заведение, все, кафе понеслось. «Снежная королева». Мы собирались, на нас публика приходила. Мы когда просто компанией сидели, там хоккеисты были, ребята, рассказывали на анекдоты. На вас приходили посмотреть, как нам вы пьете. Мы не пили там, мы мороженое ели. Естественно. С ликером. Да, вот. Естественно. Вообще, конечно, это очень такое вот жалкое зрелище. Но у нас, знаешь, как театральные дети. У нас же Туминос вот недавно громыхнул скандал. И сейчас стали проплачивать люди сверху, я даже знаю кто, чтобы сказали, что это был фейковый разговор. Ребята, у вас все впереди про Римаса Туминоса. Самое такой цимус, он появится на этой неделе, который заставит посмотрим. Это будет прекрасно. Послушай, по поводу фейков мало времени остается или не фейков? Грандиознейший скандал сейчас разгорается вокруг группы Би-2. Знаете такую группу, да? Вот так вот они отказались играть концерт в Омске, потому что там висел баннер в поддержку спецоперации и буква Z там была. Персонал группы завесил баннер черным полотном. То ли якобы у них такая сценическая задумка была, то ли, что называется, сейчас этой сценической задумкой они прикрывают свое нежелание играть под буквой Z, но факт остается фактом. В общем, люди ждали выступления музыкантов на улице, не дождались, концерт не случился. Очень двоякая ситуация, Объясню, почему. Факт остается фактом. Объясню, почему. Я не против того, чтобы кто-то вот абстрагировался от политики, да, то есть вообще вот мы артисты, да, мы не, мы гастролируем, мы поднимаем людям настроение. Я не понимаю этой позиции, молчу, но я не понимаю, продолжай. Нет, я не договорил. Так. Я не договорил. Но когда вот эти вот ребятки уволили, я не помню фамилию, звукорежиссера за то, что он... Почему он там 9 лет, что ли, с ними проработал? Да, выразил свою поддержку спецоперации в соцсетях. Потом, когда они писали и подтирали свои вот эти записи в интернете, я этого не понимаю. Нет, я о чем сказал? Не обязательно, я вот что хотел сказать, не обязательно, знаешь, как сейчас вот это, там, ты с буквой Z, ты не с буквой Z, на куличи там начали, там некоторые особенно одаренные, нет. Но вот так, как они поступили, и я тебе говорил до эфира еще, у меня к вопросов нет к одному человеку, который отказался выступать под буквой Z. Это Шевчук, который был в Чечне 2 раза на передовой. Вот он сейчас занял такую позицию. Я не могу ему, вот, допустим, кинуть в лицо, что ты поступил... Ой, Миш, понимаешь, с одной стороны, я понимаю твою позицию, как бы твою точку зрения, что ты понимаешь эту позицию. Могу ее понять, потому что, да, у нас у всех в стране, анамнезе, да, есть вот этот вот некий страх гражданской войны, вот этого разобщения общества, и лучше промолчать Но... Вот понимаете, самые страшные вещи происходят от равнодушия, согласия. С молчаливого согласия. Нет, я не то имел в виду про Шевчука, просто он свой я долг. Я понимаю, да, Миш. А то, что у нас будет разделение, оно произошло, и мы будем с Олей на одной стороне этого фронта, это факт.
И никуда мы от этого не уйдем. И мы свою точку зрения и позицию будем всячески продвигать. Это все равно, что, знаешь, в 41-м году, в 42-м сидеть и говорить о том, что я, пожалуй, посижу, помолчу. Хрен его знает, чем закончится. Да. Возьмут Москву, не возьмут да. Москву. Да, как в анекдоте, дедушка, а ты, да? Да. Поэтому, а ты, дедушка, ты воевал, да? Главное, мы... А я говорю, вот он, минуточку. Победим. А что это ты, дедушка, да, вот это вот, от сердца к солнцу? Расстреляли меня в ночи. От сердца к солнцу, да, здесь показываешь? Маленькая а я говорю... собачка, большая собачка. Да, это я маленькая говорю собачка. О том, что, типа, минуточку, да? Да. Минуточку. Да, да, да. Вот, понимаете, вот с этой минуточки начинается все, поэтому... Я, конечно, за мир, взаимопонимание, тем более, дорогие друзья, 1 мая на носу. 1 мая на носу, с наступающими праздниками. Ландыши тебе подарю. Мир Трудмай. На картошку поедем. У микрофона была Ольга Белова, Белочка Кейсу. Феликс Эдмундович и Михаил Шахназаров. Наше пятничное политическое сатирическое шоу квартет. С вами прощается. Квартет. Квартет, да, наш прощается с вами. До следующей пятницы. Берегите себя. С наступающими праздниками. Наступающими.